Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас опять Empires. Добил я Титана еще одного. Это уже Титан был на 3 звезды, Demon Lord. Вот такие вот плюхи я получил. Как видите, с него получил даже гемы. И у нас сегодня будет битва гильдий, битва альянсов, война альянсов, которая здесь проходит. Я пока не знаю, по каким срокам, но здесь все не так, как в битве замка, вообще все по-другому. Тем это... Мне, не знаю, в игре очень много разных локаций, там многие пишут фигня, они просто, вот я сам не разбирался, да, поначалу такое пазлы, но тут намного больше, чем пазлы. В общем, такое вот есть у нас задание сегодня. Вот такая вот локация идет. Так, вот видите, можно чат почитать. Посмотреть его, спрятать. Информация про войну. Давайте сейчас я язык выставлю, чтобы было на русском понятно все всем. Я тут понимаю, а вы многие. Так. Поехали. Вот война. Поле боя. Две гильдии, то есть моя гильдия и гильдия противников. Великая Британия. Вот так вот выглядит поле боя. Давайте почитаем. Атакующая команда. Это надо мне собрать будет. И я выставлял команду для дефа. Информация о войне. Вот правило. Война альянсов. Заработать очки для вашего альянса, чтобы получить очки. Побеждать героев соперника. Каждый поверженный герой дает очки. Когда война заканчивается, побеждает альянс, который набрал больше очков. Чем сильнее поверженный враг, тем больше очков вы получите. Бонусные очки. Если вам удастся победить всех вражеских героев, заработанные очки всегда остаются у вас, даже если вы покинете альянс. Вот так вот. Чтобы принять участие в войне, нужно подготовить вашу команду к обороне на стадии подготовки к войне. Вы не сможете изменять. То есть вы выставляете свой деф и другую атаку выбираете. Во время войны вы можете атаковать несколько раз. При каждой атаке расходуется энергия войны. Вот так вот есть у меня три штучки в ходе. Получать дополнительную энергию. Полностью поверженные, то есть надо все время воевать. Вражеская. Так, и здесь есть разные войны. В этой войне защитники обоих альянсов получают град стрелы. Атака наносится 25% урона всем вашим героям, исходя из текущего. Окей, поехали найти противника. Занято. Так. Сила 3028. Его даже не атаковали. 262. Этого убили. Этого атакуем. Давайте. Цель уже атакуется. Видите, мой уже атакует. Давайте на этого нападем. Качнул я Торна уже 8-8. Начну вам скоро обзоры героев делать. Так, сдавайте. Так, так. Так. Так, готово. Информация о враге. Вот можно посмотреть, какие герои у врага. Окей. Сражайтесь, поехали. Посмотрим, как это выглядит. Так, это ваша первая битва. Окей. Режим внимания. Команда получает дополнительную поддержку. Нажмите на шкалу «Вражеская поддержка», чтобы знать, как она работает. Так, наносит 25 каждым ходом вражеских героев, стать тем быстрее. Ага. Так, окей. Смотрим. У нас фиолетовый против фиолетового на первой линии. Чтобы его добить, конечно, надо желтенькие. Так, минус один сделали. И у нас сразу же нас будут. Так. Мне бы красных побольше. Как обычно, рандомчик. Вот в чем интересно, всегда на поле рандом. Можно в одного противника выиграть, а можно и слиться. Так, вот. Вот этот град стрел, о котором они писали. Хорошо.
Так, супер атака. Ух ты. Ха, вот так вот, ребятушки. Я-то расслабил булки, думал, все так просто будет. Так. Так. Так, этого минус нули. Давайте минус нуль вот этого. Так, ну, убили. Так, окей. Двоих убили. Поехали за следующим. А чё, я не могу их использовать второй раз? Оказывается, да. Вот так вот надо им... Ну-ка, давайте попробуем автозаполнение. А, не, все-таки дала их. Я не знаю, что оно так прям... Я себя не дамажит. Жесткие, короче, типы. Блин, конечно, камни, как обычно, через задницу выдают. Что хочешь, то и делай. А, это нам дали других совсем. Все, я вижу. Я думаю, что-то не то. Да, жестко, жестко. Жесткие вы, пацаны. Так, тут мы ничего не соберем против желтого фиолетового. Давайте запустим. Не понял, что за прикол. Урон отсутствует. А, опять расстрел, ну все. Угу, если нету героя, получается, тут не работает урон уже потом. Прикольненько. Так, заработал 136 для Альянса. Интересно. А если они все закончатся, время окончания войны 23 часа. Ну, поехали, попробуем следующего. Так. Ух ты. Вот это накидало, конечно. Блять, у меня еще и автоматом все героев добавил. Очень, очень, очень круто. Герой отсутствует.
Отлично. Так, ну все, этого мы атаковать не сможем. Нету попыток. А через 11 часов, то есть через полдня, ждут попытки. Нифига себе. Интересно, интересно. Ну, посмотрим. Так, что у нас? 19 уровень. Давайте попробуем. У нас есть монетки на призыв. Солдаты империи. Вот так вот. Вот такая вот война. Еще где-то был турнир Титана. Мы убили. Вот квестики очень, кстати, интересные. Можем попробовать. Очень трудно. Давайте попробуем зафармить сложный квест. Я, как обычно, ни хрена с собой не взял. Такс. Ну, пробуем. Что у меня тут жопа? Исходя из того, как они дамажат, это пока зафармить мне нереально будет. Я бы первую волну пройдем или нет? Успел я его зафармить. Да, походу вторую волну даже не судьба. А их тут аж 5. Unreal. Хотя шансы есть. А, поспешил я. Не успел. Да. Короче, рановато мне сюда. Пишите в комментах, кто эту локацию проходит уже. Мне надо, конечно, с героями разобраться. Ну, это такое. Вот так вот, такая вот битва гильдий. Новая локация. Будем дальше разбираться. Всем удачи, всем пока.